60 молодых яхтсменов из Италии и России соревновались в 4 классах яхт. В результате в индивидуальных гонках у россиян 5 первых мест, 4 у итальянцев. В командных гонках победа вновь осталась за нашими соотечественниками. Среди победителей и сочинец Евгений Айвазян. В церемонии награждения победителей приняли участие президент Международной федерации парусного спорта Карло Кроче, президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин и министр спорта Виталий Мутко. Он отметил важность сочинской базы для развития парусного спорта в России. Здесь вот в Сочи у нас статус мы подняли 3 года назад, а теперь даем сюда субсидию из федерального бюджета, и получается какой-то центр подготовки парусных спортсменов парусного спорта. Я просто очень рад и очень горд, и мне очень нравится эта идея, потому что молодежь общается, они понимают лучше друг друга. Это, конечно, знаете, это лучше всякой дипломатии. Это вторая часть соревнования. Первая прошла в мае в Италии на озере Гарда. Кстати, вскоре в гонках примут участие и другие европейские федерации парусного спорта. В следующем году к кубку присоединятся юниоры Франции. Заинтересованность проявляет и Федерация Германии.